Бывший премьер-министр Ливана Саад Харири обвинил шиитскую группировку Хезболлах в причастности к теракту в Бейруте. Жертвами взрыва стали по меньшей мере 5 человек, в том числе бывший министр финансов страны Мухаммед Шаттах. Десятки человек были ранены. Покушение было совершено в момент, когда Шаттах направлялся на заседание штаба суннитского движения «Аль-Мустакбаль», членом руководства которого являлся погибший ливанский политик. Взрыв повредил несколько зданий и автомобилей. На 16 января будущего года назначено заседание спецтрибунала ООН по Ливану в Гааге, где должен быть вынесен приговор по делу об убийстве бывшего ливанского премьер-министра Рафика Харири. Он погиб в результате взрыва бомбы 14 февраля 2005 года в числе подозреваемых члены Хезболлах. Группировка отвергает обвинения. Дамаск и Хезболлах уже заявили о непричастности и к нынешнему теракту. Бывший ливанский премьер Фуад Синьора, однако, считает иначе. Убийца тот же. Он жаждет крови, как сирийской, так и ливанской. В Бейруте, в Триполи, во всем Ливане. Убийца тот же. Он убивает в Сирии от Дера до Алеппо и Дамаска. Ливанские политические деятели и аналитики полагают, что теракт в центре Бейрута преследует цель дестабилизировать обстановку в Ливане и усилить суннитско-шиитскую рознь на почве событий в соседней Сирии.